Она так не могла сказать, что то же самое. Мы с тобой вместе были. И она тебя хорошо посмотрела, обследовала. Я помню, ты ходил еще, что долго мы сидим. Ну и что, правильно? Вот уже становятся мозги на бекрень, забываю. Ну, неправда. Забываю, где положила, что, куда положила. Не выдумываю. Да и вообще уже порядка нет у меня. Смотрю, стараюсь тут, конечно, где-то убрать, но а потом думаю, а Бог с ним. Ездишь по уходу за мной. Приходят? Приходят два раза. Неделю сейчас она в отпуске. Угу. Вот, так говорит, что... Но я там подписала, что нужно платить не 7 тысяч, а 14 вроде. Ну это ерунда. Да, в месяц. Так она, Константина, мы вам компенсируем. У нас в деревне сад огромный. Mm. Не надо меня... Да нет, это я другое совсем. Говорит, у нас в деревне сад огромный такой. И говорит, у нас яблоки хорошие, поэтому... Так она где-то в сельской местности, да? Да, она сама родом. Родители там живут где-то под березу, не под березу. Ну, приходит раз в неделю сюда, да? Ну, она сейчас в отпуске. Ну, что, убирай, уборку делает, или что? Да, уборку сделает, ну, знаешь, как уборка, шук-шук сверху. Mm-hmm. Я привыкла капитально делать. Да, ну да, я знаю как. Ну, это ж не у себя дома, конечно. Вот такие, да. Ну, да. Сынок, не надо меня потом...